Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні наша студія присвячена Всесвітньому дню радіології, який щорічно відзначається 8 листопада. До нашої студії сьогодні завітала завідуюча відділенням дистанційно-променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії Любов Кропницька. Вітаю вас! А також завідуюча відділенням променевої діагностики та ендоскопії Івана Сахарова. Вітаю. Добрий вечір! Отож, хочеться розпочати взагалі студію з того, як про історії, так би мовити, історична довідка, як розвивалася рентгенотерапія та радіологія взагалі. Радіологія – це отрасль науки, яка включає в себе лучову діагностику і лучову терапію. Своє начало вона бере з 8 ноября 1895 року, коли ректор Вюрцбурзького університету, фізик Вильгельм Конрад Рентген проводил опыты у себя дома в лаборатории. Исследовал он засвечивание катодной трубки с платиновым-синеродистым барием и обнаружил неизвестное прежде свечение. Заинтересовался, поскольку был фанатом, закрылся наглухо в лаборатории. Жена приносила ему еду, 2 недели не выходил оттуда, а вышел с открытием, с неведомыми ранее лучами. До этого человечество мечтало заглянуть внутрь, не повреждая тело. Даже в 1885 году в Европе вышли медицинские сказки. И лейтмотивом было: «Ах, если бы можно было сделать человеческое тело прозрачным, как хрусталь». Всего через 5 лет Вильгельм Конрад Рентген воплотил эту мечту в реальность. Первым снимком, выполненным рентгеном, была кисть его жены Анны Берты. Этот снимок сохранился, публикуется в учебниках, мы рассказываем о нем студентам. Кисть с кольцом. Сначала не поверили. Физический мир воспринял это как шутку, как это рентген фотографирует скелеты. Однако рентген представил свои исследования на заседании физического общества. Эта новость поразила мир сразу после Рождества 1895 года. Надо сказать, что Одесса, которая входила тогда в состав Российской империи, очень живо подключилась к внедрению этого изобретения у нас. Первый рентгенаппарат собрал изобретатель радио Попов в Санкт-Петербурге и собрал по совершенно курьезному поводу. Одну генеральшу муж уличил в неверности, выстрелил в нее. Нужно было найти пулю, не поднимая скандала. На кафедре физики собирается рентгеновский аппарат, выполняется флюороскопия, пуля обнаружена, дама исцелена, скандала нет. Так вот, в Одессе уже летом 1896 года был приобретен рентгеновский аппарат еврейской общины на средства купчихи Ашкенази и установлен в еврейской больнице. Тогда уже проводились первые диагностические исследования. Но надо сказать, что рентгеновские лучи использовались не только в медицине. В первые лет 5 рентгеновские лучи использовались, знаете где? В цирке. Как это так, в цирке? Это был аттракцион, зрелищный, яркий аттракцион. Можно было засунуть руку, ногу, посмотреть свое изображение на флуоресцирующем экране. За это люди платили деньги. Это пользовалось огромнейшей популярностью до тех пор, пока не проявила себя обратная сторона этой медали, о которой, я думаю, лучше расскажет моя коллега. Ну, я так понимаю, вы говорите о лучевой болезни как таковой. Конечно. Естественно, чрезмерное облучение приводит к нарушению покровов кожных и заболеванию внутренних органов, которое проявляется активным воспалительным процессом с распадом, с кровотечением. В то время еще бороться с ним они не умели, но, по крайней мере, хотя бы симптоматически лечили этих пациентов. После этого рентген в таком объеме, которым он был тогда, он был запрещен. И уже больше использовался в медицинских целях.
Ви сказали, що тоді боротися з ним не могли. Сьогодні ми з ним боротися можемо. Ми знаємо чітко, коли можна робити рентген, коли не можна. І все ж таки, як зараз в Одеському онкодиспансері з обладнанням? Адже я знаю, що цей вид медицини потребує дуже гарного діагностування. Яким обладнанням користуєтесь, в якому зараз ви на стані, чи задоволені? На сегодняшний момент мы имеем парк аппаратуры в виде Тирагамма 2005 года выпуска, Агат-Р, это дистанционные лучевые аппараты, аппарат брахитерапии Агат-ВУ, мультисорс, это уже более современная аппаратура, гамма-камеру Аффект. Все это у нас в учреждении пользуется большим спросом. На сегодняшний момент идут, как сказать, разговоры о постановке новой аппаратуры. Мы имеем аппаратуру 2005 года выпуска, но количество больных, которые проходят через нас и получают лечение, это больше 90% всех пациентов, которые лечатся в онкодиспансере. Мы имеем определенные результаты, имеем хороший профессиональный коллектив, который работает на этой аппаратуре. Я знаю, що нещодавно вам встановили гамма-камеру. Гамма-камера має можливість считывать радіонукліди для того, щоб діагностувати рак щитовидної желези, просмотреть кості на предмет метастатического пораження. На сьогоднішній момент ця камера має двухмерное изображение. Если раньше имели мы практически одномерное, то сейчас мы имеем двухмерное изображение визуализации самого процесса. Взагалі, багато людей проходить через обстеження, і ось деякі говорять про якісь такі хибні думки, мають точніше. Люди турбуються, наприклад, чи не отримують вони забагато опромінення. Чим допоможе їм дієта, яка виключає цукор та м'ясо? І чи корисна для них фізична навантаженість? Як ви це прокоментуєте? Чи хибні ці думки? Це хибні думки, якщо казати по-українськи. Значить, ситуація лучевого лечення, естественно, не береться із ніоткуда. Для того, щоб пацієнт був пролечен, він проходить определенную топометрическую подготовку. Он делает определенный вид компьютерного исследования, на основании которого послойно физики и врачи-радиологи, лучевые терапевты ставят задачи решения лечения пациента. Для этого весь план лечения производится в трехмерном измерении. Мы видим полностью модель этого облучения. То есть мы, по большому счету, заглядываем в пациента еще до того, как он приступил к лечению. То есть мы понимаем, какая за доза ложится на сам опухолевый процесс и на здоровые ткани. Поэтому никто не переоблучает пациентов. Естественно, есть лучевые реакции. Но без этого никуда. Это явление воспалительного процесса, которые должны быть при определенной радиологической нагрузке. Ситуация диеты всегда присутствует при лечении пациентов. Но больше насчет сахара и мяса, эта ситуация очень личная. Я бы посоветовала принимать большое количество жидкости, побольше находиться на свежем воздухе и, естественно, заниматься, пусть не активными, но физическими нагрузками. То есть невозможно лечь просто и не давать себе никакой возможности двигаться. Движение – это жизнь. В данном случае это очень актуально. І все ж таки, 60-70% нашого населення бояться почути діагноз. Вони всілякими способами обходять обстеження, лікарні. Що з цим робити та чому взагалі виникла така ситуація? Я думаю, там мракобесие тянется издавна. Человек не хочет принимать себя таким, как он есть. Это первое. Второе, сейчас, видимо, экономические факторы настолько подорвали благосостояние населения, что люди зачастую не имеют просто денег для того, чтобы доехать туда, где сделать это исследование можно. Безусловно, у многих нет денег на частные клиники, в государственных учреждениях люди могут сталкиваться там с очередями, с какими-то проблемами при оформлении направлений электронных к специалистам, потому что у многих до сих пор нет декларации, люди плохо информированы о том, что нужно для того, чтобы пройти исследование. Это первое. Второе.
Профилактические осмотры. Ведь институт профилактических осмотров мало где сохранился. Вот в медицине у нас мы проходим каждый год, да, сотрудники предприятий пищевой промышленности должны проходить, но проходят ли в малых частных каких-то предприятиях, мы не знаем. И вот эти профилактические осмотры, они практически сведены на нет. А на них выявлялось очень много ранних случаев, скажем, там, туберкулеза, рака легких. А потом скрининговые маммографии. Очень многие женщины просто не информированы о том, что после 40 лет необходимо проходить маммографию. Это позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии и дает более благоприятный прогноз результатов лечения этого рака молочной железы, если он выявлен на ранней стадии без метастазирования. Поэтому здоровье пациентов зависит, ну, прежде всего, я думаю, от них самих. Тот, кто хочет, тот добивается, тот требует, тот просит и получает в результате свое. Як ви радите проходити повне обстеження раз на рік, раз на півроку? Чи є якісь інші? А здесь есть нюанси в зависимости от того, какой вид этого исследования проходится. Да? Скажем, контрольная флюорография или рентгенография легких должна проводиться один раз в год. Ну, лицам до 18 лет это не проводится, потому что здесь у несовершеннолетних свои правила. Затем маммографии. Женщинам старше 40 лет проводится раз в 5 лет, старше 50 лет проводится раз в 2 года, если нет особых каких-то медицинских показаний и если не нужно проводить это чаще. Точно так же проводятся эндоскопические исследования, то есть колоноскопия тоже желательно и нужно ее проходить хотя бы один раз в 2-3 года для того, чтобы выявить патологию толстой кишки. Это тоже больное место в нашей стране, у людей достаточно высокий процент заболеваемости раком толстой кишки. Які зараз перспективи розвитку в Одеському обласному онкодиспансері? І які плани на обладнання? Можливо, є вже якийсь секретик, який ви можете нам розказати, що завезуть далі? Ну, на сьогоднішній момент онкологічний диспансер працює по програмі медицинських гарантій вместе з НСЗУ. Ми маємо більше кількість исследований і аналізів, які йдуть по цій програмі, вони абсолютно безплатні, тому нічого боятися, треба приходити обслідуватися і лечитися. В плане перспективы развития нашего отделения это, конечно, постановка линейного ускорителя, постановка гамма-ножа, аппарата брахитерапии на современном уровне с последующим развитием самого отделения. Лучевая терапия – это очень многоемкий и технотрудный, скажем так, работа. Задействовано большое количество профессионалов, физиков, врачей, тех же лаборантов, которые участвуют каждый день. Все готовы к работе на новой аппаратуре. Дякую вам велике, що сьогодні завітали до нас, знайшли час. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні наша студія присвячена Всесвітньому дню радіології, щорічно відзначається 8 листопада. З вами була Крістіна Чернавалова, а до нашої студії сьогодні завітали завідувача відділенням дистанційно-променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії Любов Коротницька та завідувача відділенням променевої діагностики та ендоскопії Івана Сахарова. Гарного вам вечора та до нових ефірів.